мозг. Рчи на пул. Ты к мне метки лучше, на всякий случай. Ну что, сразу этот, где фазы? Нет, здесь так не получится. Две метки, зеленый кэмп, красный кэмп. Сейчас сдвину немного. Еще раз на пул чек. Да, Войд в обойме, ты на боссе. Кулак по вару дайте. Паладины, быстрее. Сейчас ГП начну начислять. Бля, тут ванель на кулаках. МГП, бля. Женя, кулаки раздай. Блять, мой таргет выдели, сука, бафни, заебал уже. Ну хули там валенок без аддонов, даже рейдфрейма нет. Пул по счету. Так, не оскорбляйте. Вот меня ваниль на самом деле уже очень сильно кали. Реально даже бафты не можешь. Все, ладно, все рейдит, все. Стопнули. Танк, 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 не могу. Луцин. Я прожался. Разбежались по компам. Может получиться что-то любопытное. Тотем. Б у кого есть? Энджи поднимай шторма, дарт сам встает. Да, да, сейчас там. Взлять типа. Зеленый выходит. Вообще интересно, почему он танчится около этой хуйни, а не устал. Да, к столу пойду. Дай Дим, пожалуйста, а то не достать. Япончик! Что случилось? Падает. Что, диспель, да? Диспель? Да, диспель. Диван, да, телефон? Нет, диван не надо. Бежит, блядь, прям на него.
думала, он богатый. Мне подсветилось, что он на мне был. Ты кричишь, япончик, и мне высвечивается газовое вздутие на япончик. СС был на каком-то из полов? Нет. Дим, пожалуйста, на зеленом подвали к столу очень критично, что потому что хилы далеко. Да, да, окей. Да не вопрос, на самом деле. Ты к столу вот туда ведешь, блядь, когда перефаза, то на такой же стол. Рыба стоит. Все, он понял. В темпе вальс, баф все, проваляем пулем. Да, интерес. Я вообще не понял, почему там у меня такое. Да, интерес. Лапу. На баф на пул. Сейчас я отъем столько. В Ниэль Дамару чего не хватает? В Ниэль? Можно кувак Энхам? Ниэль, дай Дарту кулак. Там чипс пришел. Дамару сильно фризит или что, на замену тебя надо, нет? Все, пул по отсчету. Стопнули. Дима, Дима. Сюда сместитесь все, между танками. Красный уходит. Ты
Б рукава есть. Отдал. Баф обновлять сразу. Нет, пожалуйста. Восемь. Стоп. Веди на перефазу его сюда уже. 50. Затем 300. Быстрее в кемпы. Бладласт. Красный рекат, красный рекат. На вкус как. Он же вырвался? Да. Извините. Прохильте, ёптую. Тут на лоха прийти. Смело. Там. Вот увиделся. Нет, это все специально. Назад вернулись. Диван по войду, Даниэль. А я с этого подумал? Похеру. За такое пояс Гефкин должен. Упал. Кто тут ведьма? Я тут ведьма. Еще и люди подаркис. Вообще чудесно. Собаку не согреть. Там осколок, да, Даркис? Да, я видела тоже осколок там. Забирай. Я это рывок на всю фаски перейду. Поясок. Ну я и говорю. За такой поясочек. Лич, ребят, куда вы? Когда хочешь найти у Кирса инвиз на панели, а его нет. Блин, если в кемпах стоять, то да, согласен, тут кто это. Так а на профессоре всегда практически в кемпе. Даркс, тебе 3 осталось, да? Чего шторм? Один. Дим, тебе сильно нужен пояс? Артру? Ну ладно. Ну да. Ну типа это успех. Ты видишь, я хилю в рейдах периодически. А тебе очень надо? Ладно, нормально. Типа я могу отдать, если хочешь. Не надо. Все хорошо, я просто... Вы меня, маги, простите, можно еще раз столик? Сколько жрать-то можно? У меня быстрый метаболизм.
Взяли Котофея, чтобы стол стоял. Какой метаболизм? Ты не хомяк. Ты там щеки. Закладываешь за щеки. Вот. У меня у друга есть хомячок. Он, у него в домике куча всегда еды, но он по-прежнему продолжает туда таскать, в этот домик. Это так забавно наблюдать, можно часами это. Я в ДД тут, да, надеюсь? Нет. Это по типа то же самое. Навара да. Пошел. Да. Давайте хоть с первого пула, пожалуйста. Да похуй. В честь праздника-то. В честь праздника, я смотрю, развлечения еще хлеще, чем вчера происходит. Уже половина бухие просто в рейде. КРС, ты Джайну не убил, шоп РС ходи. Ой, что-то прям вообще. Сейчас танк... Сумеешь наверх? Танк сейчас не уроните. Нихуя тут Кирс богатый. Да, кстати, блин, если так заставлять всех в кемпах стоять туда, лучше тащить. Ну так-то да. по тактике, так по идее, должны стоять все вместе, но что-то все разбегаются. Нет, Т4 тоже имба. Если, допустим, 3 эршамы, то зачем 3 лужа? Тогда можно и Т4 одеть крутой. Так, Войд, Луцинь, кто на ком хочет? Босс. Я тут Ширкалей повожу. Баф обновляйте. Каск, кулак, лапу, стамину. Глав. Котофей заскринит сообщение, отправь по линии. Ну-ка. Че на бафы пул? Надо мне ничего отправлять. Тебе. Это ж не одна Полина в Warcraft. Очень редко это. Хотя есть Полина еще одна. Это та, которая, про которую ты говоришь, это ГМ Каркронов? Да, кстати, я про нее тоже знаю. По-моему, рыбу тыкните, у кого есть. Понимаю. Редкое имя тут. В основном Настя. Полину бы так-то тоже переманить. Еще раз, совершу на пул. Мы с ней, кстати, очень сильно похожи с этой Полиной. Характером. О, да. Характерами, да, я знакома с ней. Дамару чего не хватает? А у меня есть, спасибо, все. У меня нету, давай. А что ему да? Не надо, что там не показывай. Че, маг Твинк чей-то, это Байер? Какой это маг? Помощь нам. Байер, да, пришел помочь, получил за этот токен Синдры. Дается дальше в маг. Да, саппроты все пьют на этом боссе тоже. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться... На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил... Сколько там пул идет? 20 минут? Да, это с головой. 17 минут, Берсаж. И будешь молить о пощаде. Но я не буду. У меня слушать. Времени на 2 пул. Так что давайте твои убьем с первого. Давай оптимистично, обстрелишься. Моей безграничной мощи.
будет так. Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Сейчас выберу. Не хватит, чума. Кофей, чума. Там Шаркай вылез. Блин, я только здесь спалила. Айзек, будь твой второй. Почему нет на мелких? Выбейте из мини-зоны с меткой. Следующий дух рядом, рядом с нами, дух. Он появился, кого перебить. Уже дыхнул. Ой. Через Ширкаря игра, клювим духа. И раз у нас два духа, может с Герой перейдем с нами? Нет. Линкам. Расходитесь, расходитесь. Коват. В танка освободите скорее, добить эту херню. Вали, 3 секунды. Сквернение. Сквернение, половина людей. На танке. Просто хил. ДДшку, пустите. Валик, летящих сквернений. Поражен. Япончик, поднимай.
меня, у меня прохил же бальки. Все, Валик, Ванилия. Просто и умерли, может и не бить просто. На Руси. Встать можешь? Угу. Конец. Валькира. Ну ГГ, блин. Все, падаем. Зовет. Ну тогда я стопаю. Стоп хил, падаем. Надежда. Это лужи какие-то странные. Что, и сюда 6 хилов? Да нет, обойдемся. Блин. Бродвар, ты вернешься, нет? Нормально было. Но я умерла от заражения в Вальке, да. А что если Валька умирает, Валька не пропадает? Я вот этого не знала. Шустрее резаемся, отъедаемся, бафаемся. Ну технически такого не должно быть. Так вот, да. Как ты сказала, если умирает? Ну вот я сейчас в Вальке умерла от заражения, а Валька моя не пропала. Пропадают, они вверх взлетают, по-моему. Нет, нет, вот сейчас не пропала. Моя Валька нет. Она и не должна пропадать. Должна. На официалке пропадала. Нет. Ну, на официальном контенте она пропадала. Да, ну да, в это я имела в виду. Она взлетала. Но сейчас она не взлетела. Ну, в этом плане, да. Но она не взлетела, она дальше полетела, окей, вот так. Может, по инерции? Интеллект, приступ баф. Делорус, релогаешься? Да, релогаюсь, 15-0. Хват, кидаешь МК на меня. Котофей кидаешь на Даркиса. Я на нем. Да я и так на тебя кидаю. Дима, заметил, да? По таргету-то все-таки хила не хватает до сих пор. Сейчас надо было прохилить всего 3 цели, когда я была в Вальке. Этого не сделали. Понимаешь, вот ты на синтре стала шотколить, и все стали хилы нормально хилить. Понимаешь? Тут, может, и надо вот рассказывать. Ну что, на пул? Не-не-не, ребят, не-не-не. Я матом ругаюсь, сапоты когда... Сапоты перепить. Эдвар, чего не хватает? Ваниэль. Запустил. Неужели прибыли наконец? Ваниэль, кулак по моей цели обнови. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться. По моей цели, не по мне. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Быструю, чем ты заслужил. Ваниэль. За то, что замучил и погубил десятки. Вас не понимает, кто у тебя в цели. Вага, а, это да не хуй, смешно даже уже не член. Ну вот вообще вот да, не смешно. Ваниэль, моя цель. Аминь. Опять по Христа. Там Вазелин был более сообразительный. Возможно, у человека просто цель-цели не включена. Зачем цель-цели? Просто на F нажать, да? Взять, выделить вагу, F. На F кнопочка, макрос. Ваниэль, если ты не слышишь, что тебе говорит твой РЛ, ты получишь в следующий раз ГП. Заебал. Thank you.
Лер, куда я спустился? Все нормально. Там еще есть. Да, Дим, мне можно не анонсить. Нормально. Ой-ой-ой, сейчас и Даркин сделал. Пришел. Саспин босс совсем. Сейчас смешно он будет сразу. Сейчас чего надо? На круг. Профессионала лет. Так, ребята, ромб хил, это я. Сейчас будет заражение, флешку сдайте. Пять. Парочка остальных не надо. Влево, вправо, сейчас разбегитесь. Твой господин сойдет. Дарт. Два лока. Печенька, ромб, и просто просится их только. Танка. Даркис опротил. Даркис. Я синхуин в портале. Сейчас осквернение, и все потом подпос. Портале. Ты в портал перенесёшь, ты здесь вытираешь.
Так, ячейка без портала. Так, переводите, чтобы... Сейчас уже фаза. Я там... Смерть по мне. Да я гимн нахожу. Не надо, фуловые. Ладно. Первая тяжка моя. Смотрите, как мир. Сфера сначала, сфера. Сферы. Сферу убей. Нет, есть. Нет, сейчас бегается. Налево идем. Стреляйте безбожно. Выход 5. Брать не нужно. Взрывает, да? Кому хочешь, у нас так стиманы одинаково. Да лук. Лук ты взрываешь тут, верно? Да. Вы пришли, чтобы вершить суд. Налево. Чтобы уничтожить короля Лича. Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Пробегаем здесь быстрее. 3 секунды. Быстро все поднес. Кофей. Крест осквернения. Бегом, бегом, бегом. Дал зубы получить. Энджи подними, броню. Чё, живём? Минус 3 хила.
Бросайте да? Бэра с хилам там, вставайте тому. Бля. Все. А зачем ты развернулся, Писяо? Мы все начали от тебя убегать, и ты развернулся зачем? Да, он куда-то непонятно, вправо, влево, что на тебе будет. А что, у вас Бэра есть? Ну как, бегите комнату пока. Кто может там вставать? Скидайте Бэру к хилам. Ставь Саркау, Ваниэль. Тихо, тихо, не ходи. У всех есть БР, кроме Н. Враска бабл есть? Да. Меча поддержишь. Говорите, кого на России рестит, потом какой-то двит, у которого есть БР, рестит меня. Остановись, нужно пойти. У вас есть павшие. 3 секунды. Лужу киньте там, чё вы, шаманы? Я одна шаманка. У меня да. Нет. На лестнице лежит. Духов, духов, за спин. Сингер, поднимай Луциня. Лестница сразу. Я аж падаю. Ну, быстрее, пока и вайжим. 8 секунд. 100% и вайжим. Быстрее. Осквернень. Войда, войда. Осквернень. Я поднял Луциню. Все, и вайжим кончился. Да. Сколько до фазы? Там нормально. Кто засрал осквернение вот так вот? И все. Видите, у вас еще есть шанс. Сколько там? 17% еще спросим. 2 хила есть. Нормально. Как раз друиды в комнате. Дайте им только еду. Это ловить духа. Войд, лови. А, понятно. Нет, я хил. Не, уже минус. Падаем, падаем. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Тут, короче, беда. Мне нужно отойти на минуту две. Можно? Я быстро. Или нет? Да, зайди. 2 минуты перекур для всех. Ты нас выкинет отсюда из комнаты. О, лич выше трона. Большой лич. Когда ты видел такого уже? Бля, все так четко было. Когда, блядь, вы бежите еще, который несет осквернение, зачем вы бежите вдоль? Вы можете лево-право, блядь, от него убежать? Просто нехуй бегать по малому кругу. Нахуй бежать со осквернением, вернее, знать, что сейчас будет кидать осквернение, бежать по малому кругу. Когда переводит лича, надо, блядь, по краям бежать платформы, не по центру, блядь. Вопрос следующего характера. А какого хера так долго раздавались БРы, пока держали, блядь, пост? Потому что БРы... Есть ренджа БРа, до нее нужно дойти, чтобы БРы... 10 секунд держал Айзек. 10 секунд держал я. Под фуловым, блядь, и вайженом. Мне нихуя не проходило. Вы не могли резнуть... Поиграй друидом, поймешь почему. Просто, блядь, нет слов. Смотри, меня бернули, я встал с 10% хп маны, маны почти нет. Пока меня захилили, пока я добежал, пока я бернул Луциня, потом захилил Луциня. Сколько времени проходит? Ты один хил, чтобы захиливать? Ну, я не знаю. Я тебе выбрал себя. Что я делал? А я ты, у меня тоже надо добежать до Void и резко повернуть его.
Луцин, ты уходишь? Я уже оттягиваю здесь как могу. Еще один пул я могу. Не, ну слушай, если тебе надо срочно уходить, ты можешь идти. Хорошо, то есть есть кого, кем заменить? Да, конечно. Хорошо. Все, это да. Ты Лору сдавай в танка. Замены живые есть? Плюс там, минус, чё? Все, удачки. Восьмая группа, кроме Фарада и Луциня. Пока офнес, блядь, сапот. Не тикал. А, нет, это чё? Чипсы в рейд. Смоньте, резайте. Да, Джайну сегодня мы тратить не будем. В РС-хрен мы тоже не пойдем, пока Джайну не потратим. Еще 3 дня до сброса КД. Наслаждайтесь. Так, птенечки, я тут. Резните, пожалуйста. Ваниэль, если тебя что-то не устраивает, ты можешь нажать чудесную кнопочку «Покинуть гильдию». Жень, не нагнетай. Я тебе сегодня уже говорила. Очень прошу, дайте мне сегодня хоть раз МП5. Очень прошу. Я фантастически сажаюсь по мане. Я ж ТЦ. Я постоянно имеры прошу. Ты можешь без каски, но с МП5 хочешь. Нравится тебе такое? Знаешь, вот я уже даже согласен на это. Не-не-не-не-не, нахуй... япончик, без крита мана еще больше будет садиться. Сколько в раз бафает каски, Ваниэль раздает пары кулаки и МП5. Ну ты дело. Ну на самом деле стоит за тем, что мана, он не стакает МП5. Да, я вставлю по КД. То есть, что то, что то стоит, и без МП5 никогда не бывает. А ну тебе не стоит, соответственно, тебе будет бог. Знаешь, типа из рейнджи тотема, допустим. Не, это да, это может быть, согласен. Ну, типа баф, который висит, лучше, чем, блядь, который стоит. Раз, который логаешься? Разумно. Блядь, третий соберется, чтобы сопротивить. Хорошо, Ваниэль, слушаешь меня, значит. ДК, ханты, вары, роги. Это кулаки. По шаманам ты даешь МП5. Дарт Палу даешь 10-минутный кулак. По друидам ты даешь МП5. Войду даешь 10-минутный кулак. Ничего сложного, не правда ли? Еще надо что-то разжевать. Заходи в раз. Можно рыбу? Он может тыкнет за рыбу, у меня там на хантяна остался. Саш, есть рыба? А, да, я поставил. На баф пул. Лапа. Ваниэль, где мой 10-минутный кулак? Выносишь себе, Ваниэль, 2 фрейма. Войд и Дарт. Постоянно обновляешь на них 10-минутный кулак. Халфейн танкует шаркарей. Делорус, спекнись в танка. Минут у меня сапрота. Мне очень интересно, товарищи, которые без сапрота. Во-первых, почему у вас его нету? Во-вторых, нахуя вам ЛКшная, блять, ДДФ? Один пулс, правда. Я тоже, да. 26 минут осталось. Долорес, ждем. У меня было ну, то есть, 20. Вы считаете, что если у вас нету голды на сапрот, то лучше я, блядь, выпью на ДД, да? Нежели я найду голду на... Давайте просто на рассосе. Косарь ГП, да, раньше давали за такую хрень?
Хорошо, кто поумирает без сопрот, начисли по 250. Че, сложного? Кават, я тебе расскажу. Это ослабление магии бессмысленное, если ты прочитаешь второе, то, что написано в нем, а не только... Так там говняные бонусы, на самом деле. Кават, просто, наверное, без опыта все нормально будет. Я там просто прочитать надо. Так он все время в танке. Еще раз на пул. Япончика ЛР чего не хватает? Да лук, я на бой докидаю. Угу. ЛР? Запустил. Ну, про пятихатку стоит. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Да ты тоже мист. Радвар, ты зависит? Ничего. А можно в горный делать? Дарт, встать можешь? Нет, я вставал резом. Эр, у кого? Энджи, Дарта. Не-не-не. Радвар, ты отвис, нет? Резать шторм. Звони, где мы 10-минутный кулак? Это уже не смешно. Вы, у нас танк сменился. ПК прокидывает побольше, то заражение счет. По-моему, рано здесь спрыгнули или получим что-то. Близко к шаркарям. Сейчас подстраховывает меня, подиспел Ялакс. Пока у вас время есть, дайте я вам вас. И кулак. И
не в сторону Валик. Уйдите от... Хилл, печенька. Осквернение, осквернение, осквернение. Я трусы поднимаю ХП. Там дайте. По таргету. Ну, хиль. Ну. Норси, поднимай Фростгорн. Краю. Лорус, забирай духов. Лох, можешь встать? Нет, Даркси не надо. Чё с духом? Напуливают, видимо, на Вайда. Чем вы под морду лезете? Они гуляют по рейду. Они гуляют по рейду. Ладно, падаем. Нахер вы стоите в разных частях карты, я не знаю. Войд туда побежал, я забрал с него духа, где он держал духа. Он побежал туда, там БР давать, или что, я не знаю. И на него напулили, духа вернулся в него. Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Здесь вы роплите, я в шоке просто. Забивайте меня сразу, я прошу вас. И чтобы вершить суд над Артасом, чтобы уничтожить короля Лича? Норс, тебе никакой лут не нужен на друге здесь. Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек пробущены. А, да не, слушай, там, заходи.